Здоровья, степ, тип, тип, телекастику, прикольненько, Че, оставляем это приветствие? Ты ж дурной. Рекламная пауза и начинаем, пацаны. Друзья, всем привет, давайте теперь по-нормальному, по-человечески поздороваемся. Ты че, реально вставишь? Пацаны, так меня просто оторвало крышу, когда я увидел, что вы сделали с роликом по Clash Royale. Уши закрывайте, наушники одевайте. Вы просто разъебали в этот выпуск. Прошлый. Ну куда? За час вы собрали там 15 тысяч лайков. За второй час... Не, стоп, вру. За час было 8, потом за второй час где-то 15. Сейчас за 3 часа там 20 тысяч лайков. И 90 тысяч просмотров. Да вы чё вообще? Вы... Куда вас столько? Короче, ролик, где 30 минут я пытался апать 6000 кубков, залью, как и договаривались, когда добьем лайки. Поэтому можете на прошлый ролик зайти сейчас, перейти по ссылке, подписаться сейчас на канал. Давай, я жду. Подписался? Переходи на прошлый ролик и ставь лайк. Я опубликую ролик, где я апал 6000 кубков. Вот, блять, вы так много лайков наставили, что я боюсь, что вы не оправдаю ваши ожидания. Там не было такого, что я так волосы рву, там, вот так, я так не делаю, но типа, ну бомбим. А мы ждали. Поехали в бой. Да тихо! Пацаны, вы посмотрите на это магическое число. Сегодня тема ролика про магическое число. 5 единиц, апаю примата на 500 кубков. 5 единиц, 500 кубков. Без поражений. Поехали. Ты сам-то в это веришь? Я верю во все. Слушай, я не верил, что они наберут 10 тысяч лайков. Не, 10 тысяч, шучу. Не, ну 10 тысяч это сгибаешь, да. Ты ну за 3 часа 20-ху собрать. Это рекорд. Это, да. Ну, были, может, такие моменты, но это на жестком хайпе. Ну, на рояле в 2019 году. В начале лета. Да, пацаны, вы куда? Господи, это просто жесть, пацаны. Бля, вы так меня обрадовали. Я охерел. Ну теперь что? Теперь сейчас Brawl Stars апаем 500 кубков на... Мы вчера на стриме не закончили. Это вторая часть, как ты говорил как раз. Да, вторая часть. Значит, смотрите, друзья. У меня на страничке ВКонтакте будет голосование, какой стрим первым проводить. Или вообще, что стримить, Рояль или Brawl Stars. Вот, проголосуйте, пожалуйста. Страничка ВКонтакте, холдик, я думаю, вы на меня подписаны. Вот, что, давай зажимаем, это минус тима. Опять будет. С бустерами будешь играть? Если будет рояль, да? Ну да. А как? Я же рачила. А, сори, понял. Ты такое сколько сказал. Ты там не апнул? 600, да? Ты тогда не смог все-таки. Да, 670 я апнул, короче. Да. Не, ну тогда они так чисто за компанию сидели. Ну типа, ну что? Ты что думаешь, я оправдываю сейчас? Я тебе отвечаю. Да сейчас ты понятно, можно даже ничего не говорить. Так, все, видишь, как я убил кольта? Фух, я так устал, весь поединок, смотрите, ребят, как тащу. Уже 6 банок. Я говорю, пацаны, что, ну вот какие все победы, тупо я тащу. Еще ни одного удара. Так а что вы хотите, я же примат, я же танк. Мне главное, чтобы... Хотя бы со мной бегать. Мне самое главное, чтобы вот он был моим пистолетом, а я был его прицелом, или как это, чем, прикладом, не знаю. Прикладом, скорее. Рукояткой, клавишей. Подщечник. Подщечник? Да. 7 банок, иди сюда, прям 100% ты нужен. Давай. Бля. Я ульту закину. Давай, все. Поднапрячу. Все, давай. Он булочки поджал уже, давай. Он у него там. Давай, ломаем. Так ломаю, ломоносов. Есть такая фамилия? Не догнал? Не догнал, ушел. Ушла, пидорасина. Есть? Давай. Есть? Все, ну, понятно. Но все-таки это победа, кстати. Гниды. Слушай, так мортисы такие обнаглевшие. Это плюс 3, друзья. Но нам надо плюс 30 еще. Ой, чувствую, долгий ролик будет. Да какой долгий ролик? Пацаны, вы любите долгие ролики? Напишите в комментариях. Да. Мне чел писал, кстати, что... Помнишь, как какой-то день ты выпустил 3 ролика по 20 с чем-то минут? И он говорит, все посмотрел. Прям, ну, все зашли, все понравились. Блин, я бы его так вот обнял бы, так, блядь, братишка, спасибо. Нереально от души, пацаны, от души. Очень приятно, очень приятно, что смотрели до конца. Я бы, наверное, сам бы не досмотрел до конца, типа, ну нифига себе, сколько смотреть ролик по Brawl Stars, камон, а вы смотрите, прям это так приятно, вообще. Вообще просто. Ну кто-то дауном называет, тоже неплохо, типа. Ну так, это же для разбавления баланса, чтобы не всегда... Чтоб ЧСВ не стал. В смысле, чтоб не стал, чтоб не так высоко зашкаливало. Да. Так, ладно.
Короче, собрались, давай, тащи, сколько можно, сколько мне бегать без банок? Сколько мне можно бегать? О, смотри, смотри, давай, нифига, давай, накидывай, накидывай туда. Тысяча чертей, тысяча чертей. Ну, накидывай, помогай, Барли, что ты не помогаешь? Накидывай, накидывай, что это тут? Я дебил? Да, ты не сдохни хотя бы. Ты можешь забрать банки, чтоб я не сдох? Охренеть, миссия тупо невыполнима. О, нормально. Тихо, пам! Хилься, хилься. Это грибы, это все грибы. Иди ты нафиг, что тебе надо от меня? Натуре, что ты примахался к нему? Чем он тебе не угодил? Оп, 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 оп. Вроде нормально, дружили, общались. Оп. Морта бесяба, где она тут стоит? Смотри, смотри, сейчас я сделаю ветер. Ветер, ветер. Ух ты, сука, ага, ни хера себе. Меня убили, меня убили. Меня Джин притянул, он, короче, притянул меня, я сдох. Ага, ничего себе. Давай, тащи, я как тебя учил? Давай, вот так вот банки не давать или приму, ты меня учил. Потом ты говорил так ульту раскидывать, а никуда. Иди давай, тащи. Ладно. Ой, там пузырь. Пузырек. Смотри, короче. Ого. Ого. А я Барли почти размотал, блин. Я тебе ничем помочь не смогу. Как мне вот... Как мне с тебе помочь? Давай я умру, ты возьмешь банку с меня. О, нормально. Смотри. О, давай, добивай, кстати, я там накоцал их. Ну иди помоги, иди, не бойся, там никого нету. Давай, давай, закидывай, закидывай, брат, закидывай. Давай, отлично. Нифига себе, там 9 банок. Много-много. Тихо-тихо-тихо, меня здесь нет. Все, давай. Налетай, налетай, давай, все, давай, все, все, полетели, полетели, полетели. Дыщ! Просто жесть. Охренеть, пацаны, да вы ты пушечный бой получился. Да, холдик там чуть-чуть, но я просто не давал ему расслабляться. Если бы я офигенно играл, он бы такой думал, а зачем мне играть на всю силу? А так я даю ему такой вот, знаете. Прикольно ты придумываешь на ходу, конечно. Оправдываюсь за свои косяки, ну а как? Ну да. Ни разу за весь поединок не ударил. Ладно, не, на самом деле я свою задачу выполнил. То есть я тебе банки. Какую? Банки же ты получил, не? Нет. Ну ладно. Соперники забирали. Так, ладно, за мной иди, за мной иди. Тут пацаны, слева пацаны, они стреляются. Все, давай, нападаем. Все, молодец. Вот, видишь, под моим руководством ты все делаешь правильно. Убей теперь ворона. Молодец. Молодец. Ой, не умри. Не умри. Все, молодец. Похилься. По-моему, ты очевидные вещи говоришь, которые я без тебя знаю. Слушай, я должен все равно тебе, чтобы ты не заигрывался, немножечко объяснять суть игры. А, то, что меня кубка больше не смущает. Количество кубков это не показатель. Сейчас я умру, короче, подберешь банки. Не, не умирай, окей. Я, наверное, подберу банки. Нет, тебе нельзя умирать, слушай, это 100%. Это 100% нельзя. Да, но ты бы... Нет, я могу, нормально. я могу выйти. Блядь, ты грибы были, они пропали, где грибы? Собирай, собирай с меня грибы. Собирай, на, банки, видишь? Мы играем по тактике, она работает, понимаешь? Меня вжучили, ты собрал. Все. А по-другому никак. По-другому никак, дядь. Только так. То есть, понимаешь, тут пожертвование должно быть в любом случае. Вот я как жертва... Ну, ты просто как лох слился, нет? Просто как жертва. О, давай, догоняй импли... За 8 банок, я манал. А ну, кинь на этого. 9 банок! Ну, классно, ну, спасибо, молодец, блин, сдох. Ну, зашибись, ну, нормально, давай, проиграем еще. Еще я виноват, пацаны, просто тупо лайк и холдинг. Ладно, все, короче. Миллион тысяч лайков. Собрались, разобрались, поехали. Нафига ты play again не нажал? 26 кубков, ты сам в это веришь? А что, думаешь, не возьмем? Сейчас смотри. Два раза по топ-1. Потом еще два раза по топ-1. А, да, прикольно, ты придумал. И один раз топ-3. Ой, топ-2. Топ-3. Я бы за топ-3 два кубка давали. Нихера себе, ну 4 раза топ-1 надо взять. Пацаны, короче, затаривайтесь там хавчиком, потому что выпуск будет очень длинным. Да, чувствую минут 40. Ну зато сейчас просто хлебало будем срывать с плеч. Смотри, вот начало, это уже на топ-1. Заберешь банку, потому что я не могу забрать сейчас.
Я тут разбираюсь. Ну все, ну скажи, вот как можно проиграть, когда у тебя в начале. Сюда, сюда! Сюда, сюда иди. И смотри, у тебя есть бутылка, кидай ее, кидай ее. Куда? Я даже не вижу никого. Ладно, увидишь, кидай сразу. Цель найдена. Ой-ой-ой! Давай, 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 кидай, 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 кидай. Я сдохну. Погоди! Давай, прикрою. Все, 7 банок. Найс, молодец. Все, держимся. Слушай, ну это топ-1. Ты можешь так быстро не говорить, ничего не успеваю понимать. Бля! Тихо, тихо. Нарываемся, 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 уходим. Самое главное уйти. Блять, я умер, брат! Живи! Ни в коем случае не умирай! Живи! Ни в коем случае не умирай! Живи, бля! Брат, живи, всей семьей тебя просим, всей семьей тебя любим, помним, скорбим. А, все, не смог. Напали, блин, со всех сторон. Я не понял, как можно было сдохнуть, я вообще не понимаю вообще. А ты от кого сдох хоть? Я, короче, смотри, да там убили меня. А, прикольно, да. А на меня бежал медведь. Пиздец, сука, одни вообще парни. Вообще другая. Давай, забирай эти банки, сука, все, я разозлился. Пизда фонарики, поехали. Надеюсь. Все, все. Все, разозлиться-то. Ну, банком не попал. Ты давай, блядь, не этот. Сюда иди. Так. Сюда иди! Не сделаешь. Сюда! Что тебе надо от меня? Срочно! По твоему совету. Все, кидай на спайка, сука. Спайка? Не могу. Не могу, блядь. Моги. Тут тоже сидит чмошник. Кидай. И не умирай, пожалуйста. А то как только я умираю, ты сразу подыхаешь. Так потому что я один. Остаюсь, логично же. Что тяжелее одного. Ох, видел, какая папороть. Ты хоть как-то прикрываешь. 6 банок, охренеть. Как они успевают сколько нафармить? У нас 5, у них 6. У нас самих 5. Так я не понимаю, откуда сколько банок. На этой карте что, так много банок, короче? Нет. А, иди нафиг. Иду нафиг. Да иди сюда, на меня, блядь. Пиздец, сука. Ну это дно как просто, это пробитое дно просто, днище, знаешь, вот есть днище, и вот оно пробитое просто. Нет, не знаю. Ну вот как сейчас лапать 5-5-5-5-5 кубков? 5-5-5-5-5? Ой, господи. Чё, чили? Мало того, что это сейчас ролик будет минут 20, я вам еще сейчас залью после этого ролик на 30 минут с роялем, но это вам куда, времени некуда потратить? Сколько смотреть? Офигеть, у Спайка 9 банок. Ну офигеть просто. Спайк сейчас не то, что ли. Я просто, я не знаю, куда деться сейчас. Куда деться? Давай как-то отпугивай. Мне вот кажется, или Эль Прима тут вообще днище. Тебе не кажется. Меня это, жму два кидальщика. Давай, подкинь на этого, я подойду к нему. Все. Все, поджимай, да-да, поджимай Спайка, Динамайка. Все, отлично. Кинь на Динамайка, отлично, все. Он сейчас сюда выйдет. Да, сейчас я его, короче, воткну сходу, блядь. На-на-на-на-на-на-на-на, все, я его убил. Чпок, сходу, второе место. Что-то тебе после рояля не... Плющит, да? Сука, набила ульту. Ай-яй. О! Спайк умеет играть. Молодец. Кто тебе такое сказал? Не, ну я сейчас размотаю. Давай, мотай. Сейчас, пацаны. Походу тебя намотало на кое-что. Да. Но! Это плюс 3. Как бы тут. Все. Вот давай играем до первого поражения. Если первое поражение, то играем дальше. Давай. Охренительно. Поражение-то минус 6. Не, ну минус 6 нельзя. Если будет минус 6, то все, удаляем игры. На телефоне. Все, кроме Brawl Stars. Какую херню несу, пиздец. Закройте уши, не слушайте этот бред. Я вырежу это. Я шучу, я не вырежу. Не дай бог, ты это вырежешь. Ты же монтажом не занимаешься. Не, не занимаюсь, поэтому... Вот это и в том и прикол. Все с первого дубля. Да, смотри, мы реально с первого дубля. А шо тут, тяжело, блядь, проигрывать с первого дубля, тоже мне. Кинь на, блядь, Джина, хоть шо-то, сука, схуя ли он подходит, ульту набивает. Тихо, не бузи на меня, у них топ. Я не на тебя, я говорю, Джина убей. Да я тебя сейчас убью. Убей, тихо. Я в тебя стреляю. Подойди, пожалуйста, не стой там, пожалуйста, подойди поближе, тут тебя никто не тронет, и тут я стою. Как раз к тебе все. О, давай, давай, налетай, просто с пыра, херач. Блять, да давай. О, я замансил, видел? Случайно, конечно. Закидывай. Все, насыпай. Все. Ну, Леон убежал, гад. Ну, ничего страшного, зато эту сучку порезали. Ой-ой-ой. Короче, вообще. А че с Мортисом? А что с ним? Мортис просто в стены. О, смотри, смотри. Блять, пидорас, сука, а пидорас. Так ты стоишь впереди меня, он сейчас подойдет, как у меня. Может, ты будешь набивать ульту? Так
Я набиваю ульту. Блять, у нее тупо ульта, ты прикинь, если она сейчас засосет, а Мортис нас под... Он сейчас снова пропадет. Все, он сейчас под Денисом, скорее всего. Идите в жопу от нас, почему Майк? Он под инвизом убежал, гад. А, почему Майя? Почему? 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 Блин, ну как? Как говорится, как крыс. Да. Согласен. Нет, не понимаю. Дэрил еще хуже. Хотя спорно, потому что тут, в принципе, прикатиться мог бы. А за Эль Прима, блин, ульт фиг набьешь, а на нем-то она сама. На банке ты мог хотя бы мне. В смысле, где она? Ну, хоть что-то ты сделал. Я даже не заметил, что на две банки. Хотя бы пару тысячек, да?